Ничего. Вообще не секретарь. Духовно обогатились. Даже как-то матом больше ругаться не хочется. Хочется прочитать Евангелие. От Матвея. Да. Слишком современно было. Ну, куда ты пошел? По образу какой-то. Либо реставрация здесь была. Либо что-то в этом было. Ну-ка, стой, Кирюха, остановись. Вот видите, ребят, где Авдотина. Я думаю, тот, кто здесь был, все знают вот эту вот высокую церковь. Вот. Там вон выпечка. Ну ты же лёд. Ну типа, да. Ну попробуй загни. Ой, Кирюх, да чё, погоди, нормально место. Я сюда заходил, то есть. Ну просто посмотреть. Просто посмотреть заходил. Я не помню, честно. Ладно, нормально. Подержи мой рюкзак, только отойди на 20 метров, что я спокойно. Ну вот сюда, вот. Вот сюда вот положи, Кирюха. Ты пока отойди как следует, чтобы я мог спросить. Да нормально, нормально. Итак, ребята, в общем, все видите сами. Наконец-то. Я привел сюда, привез Кирилла Викторовича на озеро. Мы вот сейчас будем купаться. Сегодня у нас 22 августа. О, красота какая. Что там? Что, Кирюх, ну вообще на природе, вот там вот есть тоже эти, как кустики. Давай. Что, нам сюда, да? Нам вон туда, вон правее. Правее? Да, ну сейчас там обойдем. Чисто зря мы тогда по песку пошли. Да. Кстати, чего ты это, еще народ не проснулся. Но запах уже идет. Нет. Это вот единственное место, где этот, где такой вот пляжик типа. Да. Не, мне тоже прям горело, у меня сачки было, сейчас. Могу.
Слушай, блин, да, вон народ с палатками отдыхает. Шишечки. Почему? Я хотел тебе, пойдем эту тарзанку посмотрим. Не, ну я тут тарзанка есть. Да. Да. Вот она, видишь, висит. Ну я делал. Не, ну головой вниз упасть можно? Нет, там глубоко. Глубоко? Да. Здесь все девчонки летают постоянно. А, то есть все девчонки. Ну сюда же, да? Ну вообще, не, можно дальше пойти. Давай здесь. Тебе как с тарзанки, ход попрыгать? А потом, если что, перейдем дальше. А зачем приходить? Ну там тоже есть места. Я просто не такой же фантазер, как ты понимаешь. Я не уверен, что... Только вот где приодеться? Ты прям хочешь. Я в шортах буду. Может, это плавка? Ну так, в общем, ребят, вот мы и на озере. Сами все видите. Кирилл Викторович сейчас будет прыгать с тарзанки. Конечно, прыгать я, ребята, в воду не буду залазить, я же не псих. Я на самом деле вот этих ваших приколов с тем, чтобы в воду залезть, я вообще не понимаю. Так, ну ладно. В воду влетел. Да-да-да. Ну вот, все, и ребят. Сразу я охладился. Аккуратно, камеру только не забирай. Ой. Сергей Сергеевич in the house. Не можешь достать, да? А я не пробовал. А, все. Слушай, ну здесь, знаешь, как было? Вот этот пень, он стоял вот так. А. И вот с него было удобно. Так можно его переставить. Слушай, ну не знаю, вот это можно доверять и конструкции? Потому что вот основная. Там в кустах утки плавают. А, то есть я так понял, ты просто покачаешься? Ну так ты-то далеко улетел. Как, свежо? Как? А вот утка так не думает. Слушай, вода, знаешь, такая, короче, она чуть-чуть подостыла, но не холодная прям. Либо сейчас из-за того, что раннее утро, сейчас. Слушай, ну вода тут хорошая такая, видите, прозрачненькая. Это вам не загаженная в Москве говно. О, видишь, я тут стою. А мне что, туалет захотелось? И тут песок, типа, кайф. Ну, такая вода, знаешь, вот бодрячком, то есть. Ну, Сергей у нас любит закаляться, если что, кто не знает. А я вот, это я со зрителями говорю. Вот стрекоза прилетела. Стрекоза. Ну что, идешь? Страшно. Сначала просто это... Не, мне кажется, я с первой раскачки полечу. Ну... Или... А, нет, давай... Сначала просто, да. Погоди, прикольно, я последний раз в Омске на тарзанке.
15 лет назад катался в Амстердаме. Ну вот. Слушай, ну вода такая с виду холодная, прям капец. Ну, я вот тебе скажу, она такая. Ну ладно, фиг с ним. Давай. Бодрячком вода. Я же плавать не умею. Ну, я тебе говорю, она была потеплее. Слушай, она была потеплее, но сейчас она бодренькая такая. Ну слушай, не так страшно, да, разом вошел хорошо. Я ж, блин, плавать разучился. Да ладно тебе, 20-30 лет. Блин, прикольно. Ну так растерялся, когда в воду вошел. Тут вообще, вот, короче, здесь все молодежь плавают с того берега, вон тарзанка еще. Тот раз приплыло девчонок 30, таких подростков, и все давай прыгать, короче, здесь жуть постоянно. Я бы посмотрел, если бы им по 18 было. Ага, ну им, может быть, кому-то и было по 18. Ну, держись еще раз, сейчас я сниму. Слушай, ну вода не такая холодная, да, когда разом выходишь. Ой, я что-то тупанул, на тебя засмотрелся, камеру не вел. Слушай, прохладно. Так, Сергей Сергеевич куда-то поплыл. Непонятно куда. Наелся пирожков с яблоком и плавает. Ихтиандр Хуев. Плывите, Ихтиандр Хуев. Ага. Слава Иисусу! Это Тарзан. Извините, сопли. Мне страшно. У меня фобия воды появилась, будто я тону. Вон народ. Офигеть. Страшновато что-то. Лошарик тупой. Погоди, погоди. Давай еще. Хорошо. Не, вот на солнышко выходишь и прям тепло. Да-да-да. Есть небольшие тучки. Сегодня сколько? 26 где-то градусов, да, максимально? 24. В воде точно так находиться не хочется. Стой, оп-оп, давай. Раскачайся прям. А? Раскачайся прям. Да-да-да. А что меня крутит? Ну ты сам себя закручиваешь просто. В плане закручиваешь. Ну ты что-то себя закручиваешь как-то. Ладно, я с первого раза кручу. Настоящий макаси делает так. Делает вот так. Нет. Давай, давай сюда. И толкайся. Что-то мне страшно стало. Слушай, холодно. Я уже мерзну. Я уже мерзну.
пловец. Я не могу плавать. У меня почему-то жопа тонет вообще. Раньше все держалось. Ты что, реально не можешь? Не, я могу плыть. Но у меня почему-то паника включается. Да расслабься, Кирюх, ты что? На воде надо держаться спокойно. Дышишь спокойно просто. Она тебя же сама держит. Ну ладно, чё, в общем, сейчас мы тут еще побудем, а потом, может быть, чуть-чуть немножко дальше пройдем, хотя не знаю, может быть, и не пройдем. Там есть еще интересные места тоже покупаться. Ага. Ну всё равно что-то заводит. Ну ты плечами регулируй и всё. Ну как страшно, Серега. Кайф, наоборот, ты чё? Ты слишком... Ты слишком, мне кажется, нервничаешь. Кирюх, мне кажется, ты слишком нервничаешь, а слишком много лишних движений от паники делаешь. Да-да-да, я же тебе говорил, что страшно. На видео потом увидишь, как ты плаваешь. Не, я прям чувствую, что я... Ну что, можно пойти, да, сразу? Или ты хочешь постоять обсохнуть? Ну, постоим мы. Можно пройтись вот так вот вокруг. Не, как... мне очень страшно. Чего? Мужчина. Блин, слушай. Не, особенно на самом деле, Кирюх, когда вот это вот покупаешься, потом идешь отсюда или едешь, и уходишь, знаешь, как себя облегченно чувствуешь, вообще по кайфу прям. Может, боковушечку туда взять? Вот там вот, вот там вот есть место одно, где можно это делать. С разбега? Ну, там такой мостик маленький, но он шатается немножко. То есть можно пройтись, вот я вот сейчас прям так пойдем. И можно будет где-нибудь останавливаться, на других местах попробовать скупнуться. А на той стороне, вон там где-то есть труба, которая торчит вот так вот. Я тогда, я же видео снимал. Пошли. Так, ну вот, ребят. Так, берем вещи. Я думаю, я их просто вот сейчас уберу. Так, сейчас. Да, вот так вот. Да. Все, идем с Кирюхой. Идем с Кирюхой. Он там что-то кусает, что ли, в спину? Кстати, даже зрезал было бы. Ну вот то, что камыши эти не помешали. Да, да, да. Нет, здесь вообще вот вокруг озера полностью, вся по площади. Везде хорошие места для купания. Красота вона какая. Это сторож стайл. Сторож стайл? Сторож виллаж стайл. Сейчас. Ну да, неудобно, конечно. Здесь еще это... Не, вот тут вот нормально, когда вот ходишь не где народ обитает, а именно... Сейчас обойдем людей. То место, где мы обычно этот, оно немножко подальше. Пойдем там, пойдем. Я не помню, там что ли где-то. Ты можешь посмотреть? Меня что-то кусает в спину, посмотри, пожалуйста. Да ничего тебя не кусает сильно. Нет? А, слепень. Ну я же говорю, что... А, сучара, блядь.
Слушай, а там, наверное, вон тоже занято. Дважды уже укусили, блядь. Не переживай, не бойся. Я вот сейчас схожу, я больше воды не хочу. Надо выйти просто на солнышко. Меня больше всего смущает, что здесь очень много людей с палатками. Что это такое, Серёга? Это слепь, слеп меня. Ну так сгони, можешь еще раз посмотреть? Серёга, остановись, посмотри. Вот сюда, больше ничего не посмотри. Да нет, нет, это все. Я вот не помню. Вот это место, да, но здесь видишь, сколько людей. Ну пошли тогда, что за ноги надо сполоснуть сейчас где-то. Ну пойдем туда подальше, оденем кроссовки и да, в кроссовках пройдемся. Да, то что солнце зашло, это предательство мирового масштаба. Так. Больно, да. Мы же трейсер, у нас же ноги должны быть от стали. Кстати, надо не такие прыжки. Я домой прихожу, потом на следующий день после прыжков ходить нормально не могу. Ага. А мне на самом деле сейчас в радость походить босичком так, потому что всю жизнь ты ходишь в какой-то обуви, знаешь. Я себе чуть не сломал этот носок. Слушай, что солнце спряталось? Ну там, походу, большая тучка. Офигеть. Вообще какашка. Ау! О! Вот, надо на солнце постоять, сейчас погоди, погоди, погоди. Можно тут и обуться, кстати. А, вот да, тут можно ноги сполоснуть. Аккуратно. Взять полотенце, короче, одну ногу моешь, вытираешь, надеваешь носок, кроссовок. А я не так делаю. Я вот сейчас просто, они уже высохли, я их вот так обтираю, надеваю носки и кроссовки и пошел. Ну, тогда надо заново просто освежить ноги. Слегка. Ну, короче, сам смотри, где хозяйская. Ёлки-палки, ну вот как так? Так, мы продолжаем наш путь. Это программа «Выжить любой ценой» с Сергеем Сергеевичем и Кириллом Викторовичем. Вот. Сейчас бы еще вафля клубничная. Ой. А? Ну не знаю, сейчас бы шашлычка мясного. Так, идем мы вот, в общем, по таким вот пейзажным местам лесным. Но народу здесь, блин, конечно, в этот раз. Слушай, я не ожидал, здесь очень много, и все вот эти пятачки заняты палатками. Это видео пользуется Red Hot Chili. Ну ладно. Там сейчас будут такие места, Кирюх. Ты офигеешь от красоты. Там пенек, конечно, блин, но тут вообще вот тут идеальное место. Блин, было бы поглубже, можно было бы даже этот попробовать. Блин. Было бы вот там, было бы тут, короче, что-то метра три, я бы вообще не испугался, отдел. У меня тут тело помнит, как лемминг делать. Интересно, сейчас еще посмотрим. Я просто в воду, блин, не хочу лезть больше. Ну, тебя пока никто не заставляет. Еще времечко есть, пока расслабься. Там я сам просто хочу тоже посмотреть места. Просто раз, когда мы здесь обходили озеро, я помню, что вот на той стороне есть труба какая-то, которая тянется далеко. И то есть с нее вроде как можно прыгать. Широкая.
тут прикольно вообще. О, смотри. Та-дам. Березки, что, не видишь? Смотрите, Кирилл Викторович идет. Это березки одни. Ну не красота, да? А? Ну красота, да ведь, правда же? Она прям, знаешь, как будто бы это, ну, очищает прям. Не понял. А, на той стороне. Надо обойти сейчас сначала. Да, да, да. Ну, посмотрим. С той стороны прийти к машине? Да, да, да. И воздух какой. Прям. Каким-то папоротником деревни, березы пахнет. Лиственницы какой-то. Грибами. Интересно, здесь есть грибы? Наверное, должны быть. Нет, здесь каждый пятачок, я смотрю, занят теперь. Здесь такого не было. Именно народ с палатками здесь, то ну-ка, пойдем, мы тут пройдем. Во. Красота. Вон отсюда видно. Здесь длинное озеро. Такое будь здоров. Я вот здесь это тоже прикольно. Ага. Ну здесь видишь, каждый этот, каждый спуск приятный, то есть. Нету там, знаешь, каких-то водорослей, там это неизвестно чего, там синий всякий. А здесь песочек и пушка. У меня хорошо, что сейчас памяти на телефоне достаточно, и поэтому я сейчас могу это. Да и пешком иногда тоже ничего так. Thank you.
Паркур или не паркур? Я вот тут тогда и прыгал как раз по этим бревнышкам. Да, не будет? Ну, звук какой-то был, мать. Офигеть, сейчас услышишь, может. Что это был за звук? Вот, слышал? Это... В любой момент называю я это, называю. Можно рухнуть в любой момент. Разбежаться, прыгнуть со скалы. Вот по этим вот бревнам я тут прыгал. Блин, а у меня резинка очень жесткая вот на этих, блин, шортах. Это вообще не мои. И очень сдавливает все. Девять минут уже снимаем. Так, ну здесь можно на паузу поставить. Непривычно просто. Ну, после света московского буду. Ага. Ну, а здесь что? Здесь озеро. Это же это получается, как он. Ну, на любом случае, тут что же, люди приезжают, а при этом он увидит, как это даже мусор вроде какой-то в воде, по крайней мере. Ага. Что-то мне еще охот закупнуться. Сейчас еще место какое-нибудь найдем интересное. Что вода действительно так сильно звук разносит. О, рыба. Смотри, в воде рыба. Где? Я что-то потерял. А столько прозрачной воды, что рыбу видно. Офигеть. Ну да. Ее ловить тут можно. Надо его ловить, поскольку это Россия, думаю. Она будет потом другим рыбам рассказывать, что я вот в России плаваю в водоеме, и меня никто не ест. Люди настолько благородные. Так. Вот бетонка тут какая-то. Слушай, я не могу понять, где-то я трубу эту видел, где она? Я помню точно, что здесь была где-то труба какая-то. Слушай, ты к моей 50 подтягиваешь. А тут что? Вот тут вот тоже мы могли, да, с тобой сегодня прийти. Мангальчик. Смотри, и спуск к воде, в принципе. Кирюх, можешь подержи? Прыгнешь? Сними, я сейчас искупнусь быстренько, пойдем. Я, то есть, долго не буду. Мне это не это. Мне это не оно, мне это не то-то точно больше. Сергей Сергеевич отправляется в путешествие. О, гриб, смотри, гриб. А что это за гриб? Не знаю. Его, не, не надо, делать, пусть растет, что-то. Пусть растет, не трогайте. О! Хватит устраивать вандализм. И Сергей Сергеевич отправился в плавание. Плаваем, мы плаваем. А что делаете вы? Сергей плавает, гриб растет. Слушай, вода такая прозрачная, офигеть. Ну, то есть, телефон, скорее всего, не видно, но дно я вижу. Такая тавтологичная тавтология. Так, вот этот гриб, и он дно.
Вы просто посмотрите на эту красоту, ребят. Такого даже на море нету. Сергей релаксирует. Блин, вода реально прозрачная. Да. Офигеть. Плывет. Вон бабочки тут летают. Ой, не успел, извините. Ваши впечатления? Впечатления ваши? Очень приятно купаться в Северном озере. Блин, вообще реально очень. А я, ребята, спать хочу, потому что я сегодня встал очень рано. Танец маленьких утят. Да фиг знает. Мне кажется, лучше вот здесь можно ноги нормально вымыть и протереть. А, ну иди босиком. Вот там, наверное, труба будет, мне так кажется. Ребята, пишите в комментариях, будет труба или нет. Ну не нам, а сама труба в плане. Что, поснимаешь? Да, давай иди. Ну, в принципе, тут можно паузу вообще поставить. Тут нечего поставить. Просто ты идешь со своей широкой спиной. А, это крапива все-таки была, то я думаю, что мне ногу жжет. Так, пока пауза. Ребята, всем привет, это экспресс-паркур из Черноголовки. Приколись, как скользко. Вот вам и весь паркур из Черноголовки. Увидели, да? А ты эту плитку проверил вообще? Ну, я не долечу, конечно. Да, я не смогу, кстати. Сейчас что-нибудь отвалится. Снимаешь? Да, да. Сейчас я буду опять. Она пошевелилась, да? Ты слышали? Ты же слышал, да, с два съезда прикольно? Mm-hmm. Ну да. А ты проверил вообще, прежде чем лететь?
Кирилл Викторович, это твой, что ли, истребитель стоит? Куда собрался? Удобно было до Москвы быстро добраться, 15 минут. Кстати, было бы неплохо, да? Ага. С вами сегодня я, Кирилл Воркаутер младший, и буду учить вас real nigga shit motherfucking воркаутер. Да. Так, первый элемент, с которого мы начнем. Первый элемент называется «Снимите футболку». Причем оставьте ее на одной руке. Потом подпрыгиваем, делаем выход силы и на силу турник. Вот так вот. Вот так вот отдаляемся и вот так вот. Вот так. Да. Потом надеваем футболку. А я здесь уже был на этих турниках один раз. Прошлый. Когда здесь были. Здесь есть что попрыгать. Я буду с голым торсом ходить, потому что женщины должны знать, кто здесь дрыщ. Альфа. Нет, кто здесь дрыщ. Они просто хоть проветрить подмышки. Угу. Любитель кэт-ту-кэтов всегда найдет кэт-ту-кэт, даже если его там нет. Точнее, если вам кажется, что его там нет, он его там найдет. А теперь смотрим, смотрите, Себастьян, фука. О, it is it one. It is it one. Нет. Нет. Че, все? Все, я хотел поправить кошку. Получится? Давай я еще раз попробую. Давай. Ты понял, что я хочу? Типа я прыгну туда? Не в темп. А, я не смогу в темп. Ну ладно, попробуем. Ну, чтобы не убиваться. Ага. Я, кстати, сделал. В черноголовке снежный человек. Все? Да. Yeah. Еще раз. Можно глянуть, как это? Ой, блин, как плохо мы сделали. Угу. Хватит что-то на головке. Главное, дал. Здравствуйте, шашлычная инспекция. Что здесь происходит? А вот, посмотрите. Так, что это тут у вас происходит? Свининка жарится. А это что у вас там? Картошечка. А, это картошечка. Я думал, яйца драконов. Ну, Дейнерис плакала бы. Шашлычок, смотрите, ребятка. Сергей... Ай! Сергей готовит. Температура. Да, обратите внимание на эту перчатку импровизированную. Вы слышите, как сальце шкварчит. Какой приятный звук. И пахнет хорошо, не считает. Да вот что дым. А, смотрите, какой еще столик. А, и монастырский хлебушек. Да. Смотрите. Все аутентично. И солнышко светит. Оказалось очень хорошее. Но мы еще не попробовали, но пахнет очень вкусно. Да, да, да. Главное крутить. Крутить. Ребята, крутить. Сергей в молодости крутил 360, теперь крутит шашлык. Вот. Слушай, красивый, очень красивый шашлычок. Слуг Эддис тарелка. Country Kitchen Home Cooked Dinner. Warm Family. Microwave Dishwasher. Oven safe. Finest quality terracotta. Короче, будем кушать с приятного фаянса. Да, да. Жалко, что одна такая. Ничего страшного, мы люди не гордые.
Социализм нас всех сблизил. Как шашлычок-то красиво выглядит. Наш. А, нашел перчатку все-таки. Прихватку. А то это без прихватки. Так, муха пошла в задницу. Так, ребятки. Нет, я тебя жду. Вон, Кирилл Викторович ходит с овощами. Эх. 1200 грамм. Вкусный. Сочной свинины. Ну-ка, овощи. Ну-ка, стой. Обалденно, как они смотрятся. Ну, это чтобы их можно было споласкивать сразу. Да. И что ты будешь с ним делать? Ну, сейчас я просто поставлю их аккуратно. Так, мухи тут летают. Да я вижу. Так, как? Ну, все, я думаю, все. Да, надо приступать, кушать. Можешь сразу захвати этот, сразу по огурчику, по помидорчику тебе положи, мне. Чтобы сразу. Ага. Будем. И сразу по несколько. Да. Чтобы это... Все улетит. Блин, вода холодная, капец. Вот там жара. Она из-под земли прям, потому что прям из глубины прям. Ребята, вы вообще это видите? Это Кирилл Викторович накрывает поляну. А вот это редиска, конечно. Я думал, редиска будет какая-то поменьше, она прям ее взяла. Вот это просто красота. Это эх, по-мужски. Ты возьмешь себе тот ствол, Кирюш? Или... Я пока постоять хочу. Офигеть. Ну, сейчас еще пару фоточек надо сделать. Прям так и стойки. Человеки, огурцы. Слушай, прикольно, да. Прикольно. И, ребят, это мы уже приехали, короче, с дачи. Поедешь с энтузиазмом. Да. Сходил Кирилл в туалет. Я сходил в туалет, ребят. Кстати, если бы запрыгнуть, было бы пониже можно. Я могу, но страшно. Ну-ка, стой. Не дай один раз прыгну. Ой, спасибо. Было бы прикольно, куда-то туда, но тут везде. Угу. Сейчас, блин, я не смогу сделать, извини. Да ладно тебе. Вот такой мы сделаем. Давай. Знаешь? Угу. Где? Красава. Я выглядел еще прикольно, слушай. Где? И тут за два. Блин, на самом деле? Да. Я вот тут вот за тобой вот так вот. Оп!
и ты туда, фу, было бы прикольно. Я боюсь, я тут не долечу. Почти никак не долечу. Долечу. Не страшно. Это что за вафелька была? Ты слышал? Угу. Я в такой темп иду, что надо было прыгать в темп. Ой. Еще тем. Как-то тупо было. Видишь, вот сейчас я толкнулся уже. Иди сюда. Было бы круто, конечно, назад прыгать.